Дорогие друзья, дорогие партнеры, у меня сегодня самый счастливый день. Я сегодня вступила в ряды Fireflies. Меня никто сюда не звал, я пришла сама. Потому что в один прекрасный день я увидела свою давно знакомую приятельницу Ларису Иванову, увидела в Одноклассниках, нашла ее. Была приятно удивлена ее путешествием, интересным рассказом, и мне захотелось так жить. Я вышла на пенсию недавно и была перед дилеммой, как жить дальше. Я искала себе работу в интернете, меня приглашали в разные сетевые маркетинги, но как-то вот не лежала душа. И вдруг, когда я поговорила об этом с Ларисой, я сказала, вот это то, к чему я бежала, шла, ползла и наконец-таки пришла к вам. Я сегодня испытываю огромную радость, потому что никогда ни на одну еще работу я не устраивалась с таким чувством, с такой радостью. Я хочу с этим поделиться всем, потому что самая моя большая мечта – это путешествие. А когда эти путешествия еще помогут мне и зарабатывать, и продолжать свои путешествия, ну о чем еще можно мечтать? И в то время, когда офлайн-туризм пришел в такое уныние, офлайн-туризм набирает силу. Я считаю, что это очень интересное, достойное занятие. Я приглашаю всех. Леночка, рада принять такого светлого светлячка в нашу команду. Огромных тебе успехов. Путешествуем вместе. Надежно, выгодно, прибыльно. Это круто. Поздравляем от всей души. Спасибо, Лариса. Как хорошо, что ты у меня есть.